Всем доброе утро, друзья! The Banner Saga, про викингов, RPG ролевая. Сейчас посмотрим, что она себя представляет. Так, 9, уже 38. Давайте, пожалуй, начнем эту необычную, такую, в таком стиле рисованном игру. Поехали. История The Banner Saga меняется в зависимости от принятых вами решений. Временами она переключается между главными персонажами, дабы вы могли взглянуть на события под другим углом. Вот так. Боги мертвы. Уже начало такое. Так, а где звук? Создав шаткий альянс лишь перед лицом общей угрозы, люди и гиганты теснили несущих смерть глыб далеко в северные пустоши. Настала эра развития и торговли. Жизнь продолжается, лишь одно становилось солнце. Остановилось. Солнце остановилось, ребятки. Всем доброе утро, кто присоединился к нам только что. Смотрим заставку. Как мультик. It has been several long months on the road. The first signs of snowfall accost us on our approach to Strand, largest of the trade cities on the Val-human borders, and our last collection before returning to the capital. Several days ago, the sun simply came to a stop in the sky. Though during these long winter days, none of us can be certain how long it has been this way. Some of the men in the caravan have taken it as a dire omen. I am not quick to superstition, but I myself will be glad to be done with this year's rounds. We have been warned by stranded travelers about brigands on the path through Richhorn, our road home. Our captain seems unconcerned. Perhaps he is as eager as I to be done here. We will rest here this day and inquire further when we speak to the governor. Как мультик просто. Только жаль, титров нету в русской. Так вот. Ух ты. Смотрите, как здорово. Так. Вы прибыли вовремя. Тану в красном его людям предстоит бой намного серьезнее, чем они ожидали. Нажмите и двигайте мыши, чтобы осмотреться. Так. Эти портреты показывают очередь инициативы. Первый ход у противника слева. Ваши персонажи слева, ваши союзники отмечены голубым цветом, враги красным. Ваш ход. Это мы понимаем. Сначала происходит передвижение. Это показывает, что ваш щитоносец активен. Когда он может пойти. Хорошо. Некоторые персонажи занимают больше клеток, чем другие. Рогатые бойцы, расы гигантов, минуемые варлами. Каждый из них занимает 4 клетки, в то время как люди одну. Это может сильно повлиять на стратегию. Хорошо. Потом клетка, давайте пойти. Это прикольно. Очень даже, да? Так, чтобы выбрать противника, нажмите на клетку, где он стоит. Клетка союзников голубые, врагов красные. Выберите противника, нажав на его
Так. Можете либо атаковать противника, снизив его силу, либо расколоть его броню. Числа под каждой иконкой показывают, какой урон вы нанесете. У него, давайте, пить, у него 6 жизней, так я понимаю. Давайте, сила это здоровье и урон. Потеряв 2 единицы силы, персонаж наносит на 2 единицы урон меньше. Если сила попадает до нуля, персонаж выпадает из боя. Броня блокирует урон, может быть снижена расколом. Отлично. Давайте, атака убьет его. 5 силы. Хорошо. Как раз сейчас. Готов. А плюс 1 слава. Он мертв. Каждый раз, когда вы убиваете врага, растет ваша слава, которая используется для улучшения ваших персонажей. Хорошо. После выполнения выполненного действия ваш ход заканчивается. Теперь ходит враг. Ходы всегда чередуются, даже если происходит численность. Ага, несмотря на то, что у вашего противника полный параметр силы, там нанесет вашему щитоносцу маленький урон из-за высокого параметра брони. Угу. В первую очередь вашего военачальника находится вдалеке от врагов, но все персонажи могут использовать волю, чтобы ускорить свои действия. Будет его мудро. Военачальник. Гунульф. После нажатия на золотые клетки персонаж может пойти дальше, чем обычно. Одна единица воли дает перейти на одну золотую клетку. Давай, родной. Стандартные атаки затрагивают только одиночную цель. Но у военачальника специальное умение, дающее ему особое преимущество. Нажать на клинке. Получить доступ к его умению. Так. Вихрь. Тяжелый удар. Противники смежной с целью получают один урон. Обычный урон 2 смежным персонажам. Давай. Опа. Красавчик. Так, вы почти разобрались с охраной Тана. Когда на поле боя останется всего один противник, активируется режим расправы, и очередность ходов существенно меняется. Обратите внимание, как изменится очередь инициативы. Теперь вы ходите 2 раза подряд. Если персонаж не передвигается на этом ходу, он может отдохнуть, чтобы исполнить единицу воли. Тан отдыхает. Похоже, вот она проблема. Ваш щитоносец не сможет завершить свою работу обычной атакой, но воля может быть использована, чтобы увеличить урон. Нажмите на клетку Тана, чтобы атаковать. Так. Звезду. А, использовать волю. Так. Ясно. Здорово. Плюс 5 славы. Like a rabid wolf, that one. How did it come to this? We fool ourselves believing that peace will last. My grandfather built all this from a poor fishing village, you know. He watched the gods die, watched the chaos that followed, watched man and var slaughter each other, even before the dreads arose.
All we've done is traded one struggle for another. Now that there are no more threats to war against, we war against ourselves. This chieftain meant to kill me, and he's not the first. A dozen families in the city would gladly take my chair. This one had men waylaying merchants, both north and south of the city, strangling trade quite well, I would add, though he denied it to his lust. This sort of wolf doesn't stop biting because the head is cut off. It just grows a new head. I am in a bad way, my friend. Help me finish this fight, and I'll gladly send you on your way with double our king's tithe. Take any men you need. They're loyal. I promise you that. They will meet you down in the proving grounds. Угу. Глава 1. Остановилось лишь солнце. Так, обратился знакомый человек, который шел с вами нога в ногу с тех пор, как вы вышли из большого чертога. Он срезал, чтобы вас догнать. Айрик. Распорядитель прибрежья, я заведую делами наместника. Убин. Так, наместник сказал мне, что вы нам поможете. Так, кажется, у вас тут неспокойно. Было и того хуже, у нас тут много всего творится. Так, чего он хочет? Клопинги оставшиеся в живых после побоища в зале разбежались, когда вы убили их там. Наместник всего лишь хочет, чтобы с ними разобрались. Я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне на рынке кругов. Есть еще выжившие. Кто нам о них расскажет, он знает. Ух ты. Рынок. День. Настройки. Титры. Нет. Вот эти, может быть, титры. Включим. Так, осталось припасов, мораль, слава. Интересно. Так, сейчас, друзья, секунду. Так, значит, что у нас? У нас есть рынок здесь. Пойдемте на рынок. Так, позволь мне разобраться. Мы блуждаем среди рядов домов. Один из торговцев бледнеет, завидев нас. Я сегодня не в настроении. Для чего? Для разговоров с идиотом. Так, Тан истек кровью где-то час назад, так что если ты расскажешь, в какую крысиную нору забились оставшиеся скалфинги, мы постараемся не убивать. И не разговаривай с... И не разговаривай со мной. Айрик, нужна помощь. Я передумал. Надеюсь, ты расколешься не сразу, так будет веселее. Так, заметно вспотело. И нервно перебирает на прилавке какие-то грязные безделушки. Так, погодите, купите что-нибудь. Если вы все узнаете, что вы меня каждую неделю обрабатываете, как я смогу осведомителем работать? Ишь ты, зачесался осведомителем. Немного денег на еду. Запугать или заплатить? Давайте запугаем. Вы подаете знак вашему огромному телохранителю. Боги, Арик, ты уж слишком давишь на меня, тебе так не кажется?
где искал Фиги, дворянин восточной стены. Это было несколько месяцев назад, насколько я помню. Так, Арик взмахом руки отпускает Хада. Тот поспешно собирает вещички и сворачивает торговлю. Видимо, заляжет на дно на время. Ваш телохранитель делает шаг вперед. Мы здесь закончили. Ты разве в зеленом был? В великом чертоге. Я тут прикупил, пока ты по рынку прохаживался. Хорош. Ты на лягушку похож. Чем на баклажан. Твой парень кажется надежным. Даже слепой пес не поверит Хаду. Но раньше он был одним из скалфингов. Если они залечивают свои раны, они, возможно, ушли в свое старое логово, но новое. Дворянин — это таверна, мягко говоря, название иронично. Слушай, я знаю парня, который с радостью бы этих пришельцев в землю вогнал. Поищу его пока. Встретимся там. А разве нам не нужен план? План — какая роскошь. Да ладно, ты бывал в переделках и похуже. Угу. Так. Доброе утро всем, друзья, кто присоединился. Продолжаем проходить интересную РПГ, ролевую The Banner Saga. Так, идем в таверну. Так, вы стоите, должно быть, перед дворянином. Через несколько минут Арик появляется вместе с потрепанным человеком, представленным как Валгард. Я укажу на них, говорит Арик. Готов? Давай покончим с этим. Пошли. Валгард убивает дверь ногой. Когда только вы заходите в зал, Арик уже находится во главе стола, его топор наготове, удивленный, пьяный искал Фиги. В попахах ищут свое оружие, попутно переворачивая столы и кружки с медом. Ну как так-то, кружки с медом нельзя. И сейчас будет замес. Ага, их немало. Я готов. Так, первый у нас ходит. Каменная стена. Три урона от атаки. Так. Атака. Так, нельзя, да, атаковать. Твоя каменная стена. Это кто еще? А, это Айрик у нас. Отдых, атака, оживление. Хорошо. Так, блокируем одну атаку. Так, наш громила теперь. Никак.
Хорошо. Давайте вот сюда перейдем. Атака. Так, сейчас секунду, ребят. Доброе утро всем, друзья. Доброе утро, СК2 ТВ, Харадри, Гудгейм. The Banner Saga у нас новая РПГ ролевая. Смотрим, что она из себя представляет. Так, давайте. Надо зарубить парня. Давайте сюда. Четыре. Так, ты завязывай громилу нашего лупить. Так, а что он у нас может? Ну, просто атака, да? Пять, все равно не убил. Так. Так, нашего лягушонка, то есть зеленого. Только шмотки новые прикупил, уже вихрь нужен нам. Хорошо. Минус один. Так, два, один, один, двоечку забираем. Так, двоечку тоже забираем. Плюс один славы, хорошо. Один, один, восемь. Шесть, восемь. Ладно, давайте заберем, чтобы не мозолило. Минус один, минус одно оружие просто. Так. Давайте вихрь, можно? Красавец, повышение вихря, да? Еще. Так, 4. Отлично, забираем. Забираем. Так. Пять, да? Пятюлю, ну, давай. Пятерочку. Не-не-не-не-не-не-не. Только не это. Мы его воскресим хоть? Оживление надо сделать срочно. Thank you.
Оживление, ребята. Блин. Потеряли солдата. Как быть? И как тут быть тогда? Так, 10 славы, хорошо. Доброе утро, друзья. The Banner Saga, ролевая RPG у нас новая. Всем солнечного утреца. Так, ну вот и все. Будь я проклят, мне нужно отмыть всю эту кровь. Так, Арик выглядит в окно. Пристань приближается флот кораблей, пестрящий красными и синими парусами. Так, с одним знаменем я хорошо знаком. Вагнир. Следующий кандидат на царствование над варлами. Второе. Похоже, какая-то большая шишка. Вторая, ага. Высокопоставленные гости, видишь, чем мне приходится иметь дело целыми днями. Так, я начинаю что-то понимать. Ты надеялся, что я буду тем, кто скажет, тут все в порядке, тогда, когда прибудут знатные гости. Нет, я наместник. Так, теперь мне нужно позаботиться о том, что в великом чертоге не осталось гниющих тел или чьих-то внутренностей. Могу я попросить тебя еще об одном одолжении? Что еще? Я не буду возражать, если встретишь наших гостей на пристани. Может быть, я так и сделаю. Так, удаляется из таверны. Бросает кошелек с ребенком. Отлично, мы извиняемся, что тут разгром причинили. Так, слава, мораль. Корабли. Нам никак не сохранится здесь. Ого. Кланг дает привет. Да. А, так. Это же игра на английском. А, уже есть русский. Привет, привет. Я нашел русский, чтобы было хоть как-то интереснее, понятно. Так. Покажи где. А, в Стиме. Ребят, можно в Стиме купить эту игру. А, ну, вы сами понимаете, что то, что есть, то, что можно купить, можно приобрести бесплатно. Так, Вагнир. А, знакомый варл сходит с корабля. Вы вспоминаете, как он, будучи гораздо моложе, громко топал по вычурно роскошным залам Грофхейма. Боги, Убин, ну ты старик. Годы берут свое. Там, где Вагнир, должен быть и Хакон. Хакон должен. Так, все выжимаешь последние соки из бедняков и идиотов. Старый Йокс. Сколько тебе было, когда ты потерял стыд? Урон требует золота. Перевод добротный, да. Урон требует золота, всяко лучше, чем позевать до самой смерти в Грофхейме. Кстати говоря, не знал, что ты так далеко-то от дома. Вообще, так, вообще говоря, мы только что вернулись из Арберанга. Я безумно рада этому. Хакан показывает на остальные корабли, идущие по заливу. Золотая клава Волк на красном фоне, сам король людей или кто-то от его имени. Так, щенок короля. Сын короля Лудин. Ты не знал, летописец? Мы посещаем его столицу, он нашу. Так создаются альянсы наши. Ужасная трата времени. Да, Хакан прав. Чуть не забыл. Хорошо, что ты здесь, Хакан. Значит, вы направляетесь в Грофхейм. Так, у меня четкое ощущение, что я сделал все мои дела в прибрежье и сам собирался туда. Нам не стоит... А, нам стоит объединиться. Да, стоило бы подожди денек. В лучшем обстоятельстве я бы пил неделю напролет, но их дела, встретимся завтра у ворот. Он пытается сказать, что принц просто услада для глаз.
Где морг? Хакан поручил ему найти место, где можно найти бы расквартировать воинов. Я пойду встречусь с наместником. Так. Угу. Похоже, мне пора. Увидимся потом, летописец. Я пойду. Юный принц сходит с корабля. Угу. Выглядит каким-то мальчишкой. Посмотрим. Посмотрим. Тактическая РПГ, друзья. Баннер сага. Очень интересная. Так, накатывает усталость, и вы, смеясь, вспоминаете то, каким странным был этот день. Один из людей, наместника, помог бы вам найти место для отдыха в большом чертоге. Что это? Здравствуй, стример. Здравствуй. Это Баннер, The Banner Saga. Тактическая РПГ новая. В рисованном стиле, таком необычном. Смотрим, что она из себя представляет. Так, с другой стороны, если завтра вы собираетесь присоединиться к каравану Вагнира, не помешает выпить с Хаканом и представиться принцу, о котором так высоко отзывались. Значит, у нас что здесь? Можно выбрать, да? Ну, давайте посмотрим на принца. Разработчики. Так, сейчас скажу вам. Стойк студио какой-то. Нет, это не наши разработчики. Не наши. Так, давайте сначала к принцу, наверное, присоединимся, как я понял, да? Разраб не рус. Так. Так, это то самое место. Вы нашли принца в таверне. Повсюду расставлена стража. В их числе и бдительный варл, который, должно быть, работает на Лудина. Женщина в красном одеянии подзывает вас и остается поблизости, скрестив руки на груди. Приветствую, принц Лудин. Да, вы с Вагниром? Я вас не помню. Такой хитрец, да? Не совсем. Мы с ним давно знакомы, я со своими людьми буду сопровождать вас в Гровхейм. Луди наконец поднимает голову, женщина никак не реагирует. Зачем? Я собираю десятину для короля, наша встреча случайна. Сборщик налогов? Отличная компания. Чего вы хотите? Просто хотел представиться. Собираете налоги для варлов? Да уж, почтенное занятие. Да. В воздухе повисло напряжение. Вы решили не упускать возможность и уйти. Вот хитрец. Жук какой. Но рисовка так ничего, несмотря, правда, на то, что на такое уже давно норм студии кладут анимацию типа Доста. Доста? Так. Идем дальше. Летописец. Вы находите Хакана в таверне в окружении других варлов. В прибежье они бывают, но редко когда такими большими отрядами. Хакан подзывает вас к себе. Только приехал и сразу за бутылку. Да, это Вагнир решил пропустить по кувшинчику, а меня все равно не пригласили к наместнику. Ты пропустил резню. Каждый год я объезжаю земли, взимаю налоги, и каждый год в человеческих поселениях не обходится без проблем. Собственно, да. Неудивительно, что на этот раз. Потому что весь чертог был завален трупами. Мы добавили к ним еще несколько. Ха, люди. Думаю, если бы и мой век был короток, как отрыжка Йокса, я бы тоже изо всех сил стремился оставить себе какую-то память. Попробовать никогда не поздно, Хакан. Друг друга подкалывают такие вообще. Так, как он усмехается. Любой варл мог бы перечислить его подвиги во многих сражениях, как во Второй войне, когда
бок о бок с Вагниром пробился через полчаса глыб, так и во многих битвах после того. Здесь я прославленный телохранитель, но, возможно, ты прав. Еще один повод вернуться в Гровхайм. Эту игру имел в виду. Я понял, понял. Так, и думаю, уже скоро. Вы пьете, пока атмосфера таверны не становится уж слишком давящей, а потом выходите на свежий воздух. Отлично, мы сходили туда-туда. Великий чертог, поехали. Так, на рассвете вас разбудила доставка товаров, по крайней мере, вы думаете, что это рассвет. Трудно сказать, ведь солнце здесь никогда не движется. Герд наместника украшает мешки с припасами. К вашему удивлению, в них есть все, что было обещано. Интересно, имел ли Айрик к этому отношение? Плюс 20 славы. Ваша охрана так отвозит повозку припасами вниз к воротам. Вагнир уже там. Позже появляются Лудин и его люди, пьяные и растрепанные. Так. Морган делает шаг вперед. Могар. Квартирмейстер Вагнира, если вы правильно помните, ответственный за воинов. Вы знаете его совсем немного. Он спрашивает, готовы ли вы отправиться в путь? Мы готовы. Вы следуете за Мугром и присоединяетесь к остальным. Обычно маленьких дверей, установленных воротам, хватает, чтобы войти в город или уйти из него. Но стражникам сообщили, что они открыли ворота полностью. Хорошо. Поехали. Качуем. Так, просто наваляй ему вообще за это. Играешь, что-то куча персов, все разные. За кого играешь? Тут у меня отрядик небольшой. Три пока человечка, основных героя. А так все разные. Тут один лечит у нас в отряде. Другой крутит вертуху по всем массовые. Другой танчит. Так. Караван останавливается на один день. Подарок, говорит Мугар, откупоривай бутылочку с медовухой. От нашего любезного друга-наместника прибрежья медовуху раздали всему лагерю. Люди заметно повеселели. Выпить немного, выпить много. Тост в честь Вагнира. Так, вы поднимаете свой кубок, произносите тост в честь союза людей и варлов. Остальные присоединяются, люди на каменное выражение лица. Но остальное ваша речь показалась забавной. Заказов высадить рядом с Вагниром. Весело выпивать, пить умеренно, поговорить с Вагниром. Давайте пить. Давайте поговорим. Спасибо за речь, бурчит Вагнир. Угу. Нормально. Кажется, ты все-таки не упустил возможности. Спасибо Мугру. Я думал, наместник Хена не заткнется. Он поведал тебе историю всего своего рода. Попытался. Потом попросил меня убрать за ним же и его бардак. Оказывается, для своего же блага. Я бы тоже поручил это тебе, боги, ненавижу политику. Кстати говоря, что будет дальше, после всей этой заварухи с Лудином? Надеюсь, мальчишка вернется в Арберан уже один, а я выпущу пар, снеся голову парочки глыб. Так, говоришь прямо как Хакон. Жизнь политика не пришлась тебе по нраву. Так, ты не скучаешь по битве, Умин? Ведь от этого вы отсушаете свою кружку. Вагнир покачал головой. Нет ничего особенного в убийстве глыб, но это, уверен, вся эта чушь, это какой-то план двух королей, хотят своих продвинуть. Когда-то воины следовали за вождем за его славные деяния. Разве не поэтому они идут за тобой сейчас? Поэтому ли? Или потому что я наследник? Все это запутано, старик. Так было всегда, Вагнир. Задумался, смотрит на огонь. Выставлять его наедине. Так, боги, а бои какие? Если потеряешь кого-то, он резается или навсегда умирает? Бои здесь тактические. Тактик РПГ. По поводу, вот я одного потерял, посмотрим, резнется он или нет. Я еще пока не могу посмотреть. В следующем бою увидим. Надеюсь, резнется просто. Потому что жалко такого бойца, на громилу.
Так, вы еле-еле встаете на ноги, лагерь пал жертвой пирушек. Морг уже пинал воинов, чтобы они просыпались, когда вы увидели приближающегося Лудина. Он обходит спящих. Пора просыпаться, вы толкаете Вагнира. Ты кое-кому нужен. Интересно. Я, Лудин, всегда рад тебя видеть. Выглядишь отдохнувшим. Так, сколько еще до Грофхайма? Мы всего 2 дня как покинули побережье. Прошли, я покажу тебе на карте. Давай. Так, карта мира. Нажмите кнопку мыши, передвигайте Е, чтобы осмотреть карту. Кнопка персонажа, когда находится ваш караван. Когда закончите изучение карты, нажмите на крестик внизу. Ух ты. Сколько здесь всего, ребят. Можно про каждую прочитать. Здорово. Так, мы пойдем на север, а потом на восток, мимо крепостей. Грофхайм далеко от прибрежья, это будет долгий поход. Лудин, прошлой ночью тебе стоило бы напиться. Почему нам не добраться до удела скримера на кораблях? Какой смысл в походе? Бухта Серебра Камня названа так не зря. Она круглый год скована льдами и просто раздерет корабли на части. В целом, чего надо достичь, вот мы сейчас пока понимаем, представление складывается немного, чего достичь. Пока еще все очень смутно, очень жаль. Тут солнце, солнца нету, как я понял. И у нас караван, ничего не осталось, вот мы... Так, очень жаль, ты мог бы воочию увидеть все красоты удела скримера. Мы караваним. О да, принц. Полузатопленный город. Путешествуем. Кишащий глыбами. Ледники и глыбы. Ты любишь ледники? Фыркает Лудин. Принц какой-то вялый такой. Какой-то. Девчонка. Не тревожь осиное гнездо, Вагнир. Ему тут нравится не больше, чем тебе. Пообщайся с ним еще пару дней, дружище. И скоро сам начнешь искать обрыв повыше, чтобы сброситься с него. Просто у Лудина еще маленький, меньше терпения, чем у Хакана. Ну, спасибо, Вагнир. Все, выдвигаемся. До суровых земель еще полдня, если повезет. Мы кочуем. Так, лагерь. Это место, где вы руководите своим караваном. В течение путешествия вы можете зайти в лагерь, нажав кнопку «Лагерь» на панели путешествия. Так, во время стоянки в горах вы можете совершать навыки, совершенствовать ваших союзников, экипировать. О, наконец-то самое интересное пошло. Так, вы можете пропустить время даже. Угу. При хорошем настрое вы будете терять меньше людей во время битв, а также у вашего отряда будет больше воли в бою. Каждый пропущенный день расходует с припасами. Отдыхайте при необходимости. Тренировочная палатка позволит отрабатывать персонажей. Или битве. Чтобы отправиться в путь, нажмите «Уйти из лагеря». Так, герои. Сейчас будем прокачивать, да? Во! В отряде есть раненый. Раненые персонажи получают штраф к силе, равное количеству дней до исцеления. Ранения приходят сами собой со временем. Вот, у нас был раненый как раз. Нажмите на воине, чтобы увидеть параметры, повысить ранг и узнать об умениях. Допустим, вот у нас вот Могр. Большой танк у нас, да, со щитом. Так, мораль у них... Овер 9000 просто. Ну, я смотрю, тебе нравится смайлик один этот ставить. В каждом сообщении. Так, хорош. Значит, что у нас? Нажмите на кнопку умений, чтобы увидеть информацию об умении бойца. Причинение боли. Смотрите, как здорово, как все красочно и понятно. Мастер щита сбивает смежной цели обычное количество брони, а также на один ход усиливает эффект умения вернуть должок. Атакуем мастер щита. Так, применившего не более, противник получает еще больше вреда. Ну понятно, больше урона потом в него входит.
А вернуть должок всякий, кто атакует щитоносца, теряет один брони за удар. Отлично. Вернуть должок срабатывает каждый раз, когда щитоносец успешно атакует. Ну вот, значит. Еще и броня у них уменьшается, когда они меня бьют, да? Классно. Так, ладно. Так. 0 очков. У нас... Это что такое? Могар. А, известная личность в культуре варлов, долгое время воюющая с глыбами. Случайно на него взвалилось бремя правления собственным кланом, но в конце концов он стал командиром личной армии Вагнира и пользуется среди них большим уважением. Хорошо. Хорошо. Еще этот желтый кругляш есть. Хорош. Так. Давайте. Вот Гунульф у нас, вот который как раз у нас полег на поле битвы. Значит, можно повысить его. Повышение. Величайший воин на поле боя, те, кто пережил свои первые битвы. Чтобы начать путь в восхождение к легенде. Повышенные характеристики. Повышает уровень. Так. А что мы повышаем? Так, вот он вихрь делает у нас, крошит всех. Кто еще у нас? Лудин есть. Что это у него такое? Пустое здесь. Здесь. Хакан. Рассечение. Ну, давайте повышаем, конечно. Два из пяти. Ранг два у нас один только пока. Хорошо. Так. Ранен. Ну, как нам вылечить? А, вот как. И здесь мы уже прокачиваем, да? Ранг 2. Атакую до 3 врагов. Атакую до 4. Вихрь. Хорошая штука. Нам никак его, да? Так. Силу. Это воля. Так, давайте на силу разок. Даже два разка. Он у нас на дамаг. Так. Один, минус один сил в бою, чтобы исцелиться, отдохните в лагере. А, вот, надо, чтобы исцелить, надо отдохнуть просто. Хорошо. Это мы могем. Вещи. Ой. Что это? Что это у нас тут игра свернулась на эскейп? Так. О. Так, так, так. Значит, что у нас здесь есть? Карта, слава, мораль, осталось припасов, настройки. Значит, сейчас пойдем бошки рубить. Непогода означает само его название. Так.
Я нажал отправиться в путь. Они скотоводы, но в большинстве своем просто те, кто выселили из прибрежья. Кого выселили? Им некуда идти. Это про нас все рассказывается. Так, да. Зря я пошел. Случайно нажал, наверное, не туда. Мы отправились уже куда-то. Крестьянин, клянусь Хартборгом. Много же варлов они прислали, чтобы скот вернуть. Что? Пару дней назад мы в прибрежье сообщили, что про скот-то. А аж войско пришло. Он выглядит очень довольным, пока до него не доходит, что мы вовсе не заедем. Куда делся ваш скот? Да не знаю, сынки видели, как какие-то мужики коров в холмы тащили. Чувствую, сейчас бошки будем рубить. Немногие могут поднять целую корову. Может, за этим скалфинги стоят? Могут на них варлы работать? Судя по тому, что рассказал мне наместник, не думаю. Я пойду осмотрюсь и прикажу разбить лагерь. Так, мы пробудем тут не дольше дня. Я готов заплатить за любую еду, что есть у вас. Покормить сотни варлов? Серьезно? Что угодно, что ты можешь продать. Неужели вы собираетесь остаться тут и парочке охранников тесновато? Не говоря уж... Навалять всем навалять. Заткнись, слышь, где Лудин? Вот так вот. В отдалении слышались звуки борьбы. Сейчас будет Рубилова. Сейчас будет Рубилова. Вот, на Лудина-то напали. А кто? Роботы? Обалдеть. Щелкнув по клетке, вы продолжите к ней ближайший путь. Проложите. Но можно и задать точки маршрута. Щелкните кнопку мыши один раз, чтобы назначить точку. Так. Теперь выберите следующую точку пути. Это может быть полезно, если вам необходимо обойти определенную клетку стороной. И что, Лудин, этот принц маленький, сможет дать отпор роботам? Копейщик может атаковать по диагонали. Ой, на расстоянии двух клеток. Нажмите Tab, щелкните правой кнопкой мыши по верхней части стяга, чтобы сравнить параметры врага и ваши. Теперь щелкните на врага. Так. Броня препятствует нанесению урона. Гиганты в броне. Может быть и гиганты в броне. Но похожи на роботов вообще. Какие-то. Пускай будут гиганты в броне. Броня у них футуристическая, как у протосов. Да каждый один превосходство брони цели над силой атакующего. Вероятность попасть снижается на 10%. 50%, да, попадания? Давай. Нет, туда слава. Отражение. Вот и все. Промахнувшийся персонаж не наносит урона. С этого момента старайтесь сбивать броню, иначе все вас ждет поражение. Повреждение брони не менее важно, чем прямой урон. Сейчас как рубанет нас. Опа, минус. Так, и наши братки пришли. О, и наш жив, кстати, отдохнул парень. Хорошо. Так. Броню. Ну, а там по обучению нельзя нажать другое. Поэтому мы и броню не ломали. Так. Ну, хотя... Давайте. Рассечение. Попробуем рассечение. Всего лишь два. Так, это у нас... Давайте поближе идем. Причинение боли. Пока никому нельзя. Конец хода. Так, надо броню ломать. У нас кто может ломать? Вот. Ломаем. Так. Ну что-то у них так брони много. Завалит же. Так, 4. Хорошо. Просто уже 7. Обалдеть. Причинение боли.
Так. Этот вихрь. А это тоже получит, интересно. Блин, да, и нашел. Без толку сейчас так бить. Что-то нас сейчас завалят вообще. Как так-то, ребята? Опять его валит, второй раз уже. Так, давайте, соберитесь. Уже можно? Шестерка. Семерочка. Да, нормально пробивается. Так, шестерка. Давайте завалим тогда. Хорошо, так. Когда противник побивает, одна звезда воли добавляется к вашему рогу. Нажав на рог, вы получаете обрезанную волю для активного персонажа. Давай вихрь. Хотя он бестол, бесполезен. Надо ломать броню. Так, ну этих мы сдюжим. Этих сдюжим. Круто он его, да. Так, надо валить. Не, давайте уж доберем, чтобы он не смог. Расправа. Пошла расправа. Угу. Одна хипулечка. Хорошо. Так, победа. Так, закалился в бою и получает что-то. Хорошо. Фух, серьезно все. Так, ты что, самоубийца? О чем ты вообще думал? Я пытался найти прорехи в броне. Когда раньше не видел глыбу, сынок. Никогда раньше не видел глыбу. Что за идиот? Сначала нужно расколоть броню. Куда они пришли, даже не видели. Они просто были там. Вагнер мертв. Глава 2. Удар наточен мечом. Куда оно? Держись рядом. Ну, она нас видела. Ты не громила. Так, это что? Перед битвой происходит расстановка. Щелкните на вашем персонаже. Переместите его куда пожелаете, в пределах синих клеток. Мы помним. Так, бойца, чтобы увидеть информацию о умениях. Показать цель.
сбивает один брони после такую цель. Такую это все. Может да не достать. Угу. Так, хорошо. И. Так. Продеть иглу. А обычный урон всем между лучиком и зелья. Последнее сбивание брони. Так, это... Сюда надо идти, значит. Угу. Че, он рубанет? Один, да? Давай. Ой-ой-ой, а что это? И своего? Давай тогда перейдем вот сюда. Так. Хорош, хорош. И удар на урон. Отлично, все, забрали. Честно, боевка не впечатляет. Но это тактическая, ребята. Тактическая, как этот. Очень даже интересная. Из тактических боевок вообще, которые были. Так, это была глыба. Кажется, что это все. Так. Была. Да, посмотрю, ты не ранена? Нет, я буду в порядке. Так, там была вся наша еда. Это последнее, что мы могли раздобыть до наступления зимы. Что нам делать? Паникует женщина. Не спеши, дай мне подумать. Так, давайте попытаемся собрать. Атлет Алит успокаивает Йокса, пока были. Хорошо, закидывайте припасы обратно на повозку. Это больше грунт, но надо забраться в повозку до того, как они подойдут близко. Их игровые фигуры медленно растворяются вдали. Отлично, мы успели. Плюс 15 припасов. Припасы — это провиант и другие вещи, в которых нуждаются люди для того, чтобы выжить в пути. Когда припасы закончатся, люди начнут умирать от голода. Чем больше людей в караване, тем больше будут уменьшаться припасы. Спасибо, Кэп. Так. На панели путешествия можно увидеть, насколько дней хватает припасов. В большинстве городов продаются припасы, а также некоторые предметы. Скачем, скачем. Я что, собственно, глазами вижу глыб. Что случилось на севере? Приняясь к дому, среди деревьев мы видим еще больше глыб. Алит крепко сжимает мою руку. Нам нужно найти Ивера. Thank you.
Так, Ивер. Уже вернулись, охотник. Я ждал вас только завтра. Глыбы, они здесь. Глыбы, как они прошли через серый рог? Должно быть, они прорвались через форт. Проклятие, они скоро будут здесь, если уже не пришли. Вы слышите крики, а люди бегут в великому чертогу. И Гиль, отведя Алет в великий чертог, расскажет о новой ситуации. Остальные, соберите как можно больше людей. Пошли, Алет. Нет, стой, я хочу помочь. Здесь и Гилем, Алет. Угу, боги, рук не рассказывай, что я знаю, что делать. Трудно поверить, что они купились. Каков план? Так, просто держать как можно больше глыб до тех пор, пока не все, пока все не будут в безопасности, а затем уже разберемся. Так. Хижины. Безусловно, глыбы превосходят вас в числе. Страх скоро перерастет в панику. Как долго нам их сдерживать, спрашиваете вы? Это плохой знак. Так, порядок на ходу. Ум расположен в отряде. Угу. Так, готово. Молотящий таран отбрасывает смежную цель на 4 клетки, сбивая один брони. О, это интересно. Тактуем. Что за толк вот это? Их много слишком, не? Мне кажется. Ух ты, это как так мы сделали? Это комбо, комбо какое-то было. Классно. Так, молотящий. Поехали. Вот один-ка. Нечего тут. Так, это в Стиме русская версия появилась уже. Нет, это любительский перевод. Я думаю, можете отдельно поставить. Так. Как бы тут нам.
давайте отдых. Давай повторим. О, двоих просто. Так, сейчас нашего завалит. Пацана. Ну-ка, давай. Так. Обалдеть, лупят-то. Ну, тут мы не справимся уже. Вырубают они серьезно. Отражение вообще. Есть дюжины. Так. Сложность можно менять, значит, да? Хорошо. Давайте поставим легко. Чувствуете, что вас поднимают, вы думаете, конец ли это? Когда вы приходите в себя, вы понимаете, что Иверу удалось перетащить вас обратно в великий чертог. Отдохните немного, говорит он, я должен убедиться в том, что вам больше не, что там больше никого нет. Мораль стала наихудшей. Спасибо, моральку минуснули мне вообще. Так, герои, предметы доступные. Браслет Алет, с любовью сделанный женой охотника для своей дочери, чтобы один броня, одна сила, один воля. Давайте. Ему. Так. Надо отдохнуть. Явно надо отдохнуть. Так, друзья, Ролевая РПГ из Banner Saga. Всем доброе утро. Так, рынок у нас есть. А рынок что? Так, припасы. Зачем ты лучницу отпустил? Не знаю, я ее пожалел. С неба затащили, возможно. Я уже думал об этом.
Так, это война, нить валки, игла из китовой кости. Ладно, пока не будем ничего брать. Поговорим сейчас. Нашел кого-нибудь? Несколько отправил их внутрь. Нескольких отправил их внутрь, будет все плохо. Не хватает практики, рук. Лучше, сколько я тебя знаю, ты всякий раз пытаешься сменить тему. Лишь только разговоры о глыбах заходят. Это подходящее время, чтобы начать разговор. Могу сказать тебе, что они редко останавливаются на отдых. Чем скорее мы отправимся, тем лучше. Они будут преследовать нас до тех пор, пока мы не начнем спотыкаться об уставших женщин и детей, а потом они нападут. И даже когда мы все поляжем, они продолжат идти. Это вообще наши трупы, им нет конца. Как вообще кто-то выживал в Великих Войнах? Прости, мастеров, я в них не участвовал. Но я знаю, что ты немало воевал. Да, за всю свою жизнь я убил много. Вот почему ты спасешь нас в этот раз. И взвали на меня эту ношу. Пошли внутрь. Рук, хвала богам. Что вы справились, великий чертов, полон шума. Рано расслабляться. И в мыслях не было. Что, черт возьми, тут происходит? Глыбы заполнили округу, округу, опускивают дома. Так. Они знают, что мы здесь. Тогда почему они не атаковали? Не знаю, я не думаю, что все так и продолжится. Я принял несколько решений, но скажите прямо, что бы вы сделали на моем месте? Я бы ушел отсюда. Они уже за дверями. Это не так-то просто. Рук. Я согласен с Севером. Так, я согласен с Севером. Так. Я бы не так, если они пойдут за нами, нам конец. Что ты предлагаешь? Дайте мне выполнить отвлекающий маневр, а потом бегите, я догоню вас по дороге в форстве. Дайте мне... Так, это самоубийство, давайте вот так, как говорит там. Что если нам спалить город? Угу. Я попросил совета для того, чтобы им пренебречь, но пообещать, что вы не погибнете зря. Это не входит в мои планы, Ивер, мои тоже. Тогда я пойду с тобой. Все, отвлекающий маневр делаем. Так, хорошо, я подготовлю людей. Давай, Ивер, мы покинем город, когда ты будешь их отвлекать. Обалдеть. Фу-фу-фу. Да, хочу, чтобы Гиль пошел с нами. Если с нами что-то случится, хоть чтобы он сообщил об этом Тану. Игорь уходит его искать, и к вам подходит Алит. Я знаю, что вы собираетесь делать. Ты должен позволить мне пойти с вами, говорит она. Не оставляй меня, пожалуйста. Ладно, Алит. Но обещай слушаться. Все, берем ее с собой. Хоть во двор, где видите множество глыб, Игорь стучит своему щиту и кричит на них. Убьем парочку, кричит он, и остальные пойдут за нами. Опа, давайте опять замес. А что у нас люди-то? У нас раненые, как мы будем сражаться тут втроем? Вот это вот зря, конечно, зря. Втроем вообще не вариант. А, ну не... Обалдеть. Ну тут должны мы, да? Ну поехали, пускай они первые. Пока издалека. Отдых. То
Похоже, отдых. Пока стрелять не может, не достает. Каменная стена. Блокируем урон. Так. Надо подойти поближе. Сейчас будет рубака. Так, отлично. Снимаем броню. Так, сопротивление. Пока не достаем лучницей леголазом. Забираем его. Вот так, повыше. Подойдем к славе. Обычный урон всем... А, нет, это не надо. Поехали. Теперь брони снимаем. Ой-ой-ой. Надо им уходить. Обалдеть. Так, сейчас минуснут пацана. Срочно. Нет, тут салаги-то забрали все-таки. Давайте нормально, как мужики, поговорим. Чего? Скуны. Женщин, да, и детей. Так, а что ты не бьешь? Может, лучше убежать ей? О. Ага.
И вот надо добирать. Нормально, справились. Так. Награда, так, повышение. И уходим. Вы не испытываете проблем с тем, чтобы вы не видели. Ситуация становится рискованной, но в итоге вы отрываетесь от них в густых лесах, где глупо не догнать вас. Вы поднимаетесь повыше и ждете появления каравана. Час спустя Одли стала первой, кто заметил их. Вот они, кричит она. Как только вы соединитесь с караваном, вы понимаете, что некоторые люди ранены, некоторые пропали. Группа собралась сзади каравана. Одлив проходит мимо повозки, где лежит прикрытая фигура. Старый дурак, говорит она сквозь зубы. Я должна была с ним остаться. Смерть Тана поражает вас, словно удар в живот. Поход в Флорес продолжается в тишине. Вы крепко сжимаете руку Алит. Ну давайте, он же должен у нас восстановиться. Остановившись, чтобы восстановить дыхание, вы замечаете, что караван слишком сильно растянулся. Довольно небезопасно, но растянулся так, чтобы не видеть того, кто его замыкает. Мы должны собраться вместе, советует Вера. Останавливаться опасно, пока мы не доберемся до идола. Мы скоро выйдем на тропу. Замедлить скорость ради отстающих. Дайте остальным возможность догнать нас, говорите вы тем, кто находится впереди. Вы позываете отстающих, чтобы они настигли вас, и в итоге караван соединяется. Однако многие проклинают остановку и потерянное время. Ну а что делать? Как ты хотел? Так, думаю, на сегодня достаточно. Что же с нами происходит? Мы просто взяли и ушли, оставив наши дома, потому что объявились глыбы. Тан послушался меня, а теперь посмотри, что он за это получил. Смотри на этих людей. Кто-то должен объединить их. Спасибо, Роб. Как я это сделаю? Ложь его спасения? Скажешь, что все будет хорошо? Боги рук, я не знаю. Притворись, что ты знаешь, что делать. Все остальные поступают так же. Спасибо за совет. Тогда делай то, что считаешь нужным. Можешь оставить их на произвол судьбы, если сможешь с этим жить. Вы люди абсурдны, Рук. Вы возмущаетесь, когда вам не дают руководить, и впадаете в ужас, когда приходится. Соберись. Тут вообще города есть? Или только бегаешь по диалогам и дерешься? Тут есть привалы. Мы разбиваем лагеря. Вообще есть города, мы были в одном в начале. Ну, оттуда уехали. Я особенно волнуюсь за Алит. Оберегай ее. Видно, что тебе не все равно. Люди, это чума хуже любой глыбы, насколько я могу судить. Мы с тобой хорошо уживаемся именно благодаря таким разговорам, Ювер. Сейчас посмотрим, лагерек у нас будет тут. Прокачаем. Спите беспокойно, а солнце так и застыло на месте в бесконечном ярком небе. Остальные еще не проснулись, а вы уже глядите на раскинувшиеся перед вами низкие холмы, поросшие соснами. Так, идол маячит над головой, огромные глаза Хридвальирда смотрят туда же, куда и вы. Внимательно смотреть камень. Ветреный камень мало кто посещает. Зачем так далеко заходить на восток? Редкие охотники проходят мимо, остаются подношения, оставляют подношения, хотя сейчас, когда боги мертвы, они делают это больше по привычке. Хридвартир был богом охотников и диких зверей. Иногда его видели скитавшимися по этим землям в области человека и волка. Или волк. Он всегда изображался своим страшным копьем. Вы задумайтесь над тем, как бы он отнесся к тому, что в его лесах теперь полно глыб. К вам подходит девочка из каравана. Я сделала это для вас, говорит она, вручая вам грубо неуклонное ожерелье из ветки, которое она, видимо, нашла где-то неподалеку. Спасибо, что спасли мою маму, произносит она перед тем, как вернуться в палатку. Ух ты.
Так, вернувшись в свой шатер, вы пытаетесь разбудить Алит, которая в полусне цепляется за вашу руку. Ей снятся кошмары. Наконец лагерь снимается. Пора двигаться к Форс-Верлу. Почему-то кажется, что это конец, а не начало. Получен предмет. Хорошо. Караван останавливается, когда на пути появляется группа вооруженных людей. Мы видели глыб впереди, говорит один. И не хотим встретиться с ним в одиночку. Если вы разрешите к вам присоединиться, мы покажем водопой с изрядным количеством животных. Вы доверху заполните повозки едой. Недоверие к чужакам порождает недовольный ропот. Что вы здесь делаете одни? Мы охотились здесь. Когда глыбы вошли в нашу деревню, говорит один из них. Когда мы вернулись, он смотрит в сторону, не в состоянии закончить фразу. Позволим? Да, идите с нами, говорит. Знакомцы примыкают к нашим рядам. Отлично. Плюс 12 воинов, плюс 5 славы, 18 припасов. Это хорошо. Как раз нам еда нужна. Схватив за шею, мы заставляем его посмотреть на толпу, извинить за беспорядок. Мужчина начинает что-то бормотать до тех пор, пока вы не сдавливаете шею еще сильнее. Простите, вопит он несколько раз. Люди качают головами, но оставляют его в покое. Так просто кипиш какой-то еще поднялся тут. Так, люди в караване рады тому, что на пути к Форс-Велору есть небольшая деревушка. Тут есть где отдохнуть и поесть. Хорошо, давайте отдохнем. Вот вам деревушечка одна. Так. Герои. Пинас уклонится от урона силы. Вот. Это нашему давай. Че, не одевается он? А это руна. Так, ладно. Повысить можно у нас Ивер. Так. Силу повысим. Так. Руку повысить. Тебе надо что? Тоже силу. Все, никого больше не надо повышать. Угу. Так, герои, ладно. Карта. Давайте посмотрим на карту, что, где мы вообще. Где мы находимся? Да.
далековато мы.